Итак, всем привет! Напоминаю, что мы находимся в городе Красноярске, где сейчас уже совсем скоро стартует автопробег «Белый поток». Коробка из-под серых с баксами. Вот, сейчас видите, как я понарел, совершает несанкционированное шествие по окраине Красной площади. Ладно, ладно, сейчас на клич. Понимаешь, когда идет больше двух оппозиционеров, всегда несанкционированное шествие. Они идут и... Ну тебе решили, но вспомни, человек митинг. Это же обязательно должна быть стоячая, а может быть пешая. Сейчас же беседу, знаешь, обсуждаете общественно значимые вопросы, коробка с пасксерокса. В Воронеже, по-моему, одно несанкционированное шествие. Какой из них, а? Тогда перекрывали улицы или что когда делали? Нет, когда улицы, это было отдельно. Когда у нас лагерь был, да, от когда там еще фаера что-то жми там красиво. Да, человек 300 там было, но... Да, это я помню, красиво-то прошли. Там ролл пытались же потом в итоге что-то захомутать. Ну не захомутали, мы его там отбили, да. Нет, помню. Еще концерт-то как раз был на этой площади-то. Да. Смотрите, провокаторы спустили колесо. А я потом, прелесть какая! Что, давай накачаем? О, что не порезали? Я говорю, что ты не смотри, чтобы не порезали. Дениска, порезано. Хороший старт. Одно только? А тут с той стороны глянул колеса. Порезали колеса. Там одно, все нормально. Да, одно. Лицо рысь? Ну вот. Лицо оппозиции к оппозиции. Видишь, ты говоришь про единение с регионами, методы везде одинаковые, как в этом, в Большом Казихинском, в Москве тоже люди ставили машину, блокировали въезд во двор, чтобы не сносили дом, точно так же подряд, понимаешь, эти колеса проткнули, так еще бандиты сняли и унесли потом эту машину, поэтому вот оно единение. Главное единение у нашистов, у них методы по всей стране одинаковые на наши бюджетные деньги. На одно колесо хватило бюджета. На остальное не выделили? Нет, все. Или может выделили, но он схалтурил. У вас на самом деле хороший спортивный велик, вы знаете, с родином. Хорошо крутят на автовазе гайки. Это уже не на автовазе. Ну вот. Где вы еще увидите, как депутат ГД меняет колесо автомобиля? Да, простым рабочим. Из Сибири. Это я. Нет, самое главное, конечно, инфоповод, пиар. Не держите, потому что ее сейчас украду. Кость, ты фото что сделаешь? Это? Да, я сделал, лучше. А то я тут это, занят. Так. Мне надо тоже, пожалуй. Шилом-то вообще с кого-то нет.
У вас все такие случаи раньше в Красноярске были? Ну, такие интересные. У нас было детство Немцова, пытались поймать сачок. Кусачок. Да, я Немцов там кого-то в итоге этого чуваку по щам вообще даже дал. Вот, потом яйцами что-то кидать, вот, честно, не припомню. То есть, не, мы, у нас закидывал Роман Бурлак, министр Фурсенко, то, что на позицию так кидаться как нету, пытались как-то крякать несколько раз. Ну, у нас такие позиционеры, вот у нас маловато сегодня народу было, ребят много молодых, крепких, поэтому обычно они сами скручивали, вот как вот зимой сдавали в милицию. То есть, у нас там несколько человек тоже так пытался рыбнуться, ну, буквально там 30 секунд, они летели уже это, за ограждение. А вот так, чтобы вот этот такой вот экшен, вот, видимо, у власти была цель пропиарить акцию, она послала таких тупорезов, да, создали вот два информповода из трех. То есть первый информповод сам митинг, два информповода это как пытаются идиоты там кидать яйца, резать колеса. Это наши сторонники совершенно. Кстати, насчет толпощам, Костя. Мы их с Ильей найдем и возьмем это, не знаю, в партию там. Вообще, Костя, учись. Да, вот да. Яшин бьет наши толпощам, Немцов. Вот ты когда начнешь? А зачем их бить? Это наши сторонники. Они нас раскручивают. Я их люблю. Я их всех возьму в партию. Посажу, будут наблюдать на выборах. Научу наблюдать. Куда посадить? А что там за выборы наблюдать не надо? Там самое. Если хочется одного бюллетня. Дня. Да. Так у меня спецприемник в районе. Туда ходила комиссия с урной, поэтому туда их отправим. Что, не пошла они туда? Нет, ну давай. Да, я чувствую, что на бляха-муха. Она там не разваливается. Давайте, ребят, толпой приподнимем машину. Я там крат выдерну. Кто не боится, поможет. Да мы бы рады, да все снимают. Давайте еще. Давайте еще 4-5, просто еще на машину сверху там колпуть ее. Давайте. Раз, два, взяли. Сверху, чтобы затянулось и полтора. Маша, а нет там града там? Принеси оружие. Сейчас положили с этим. Что сейчас делать? Можете не делать. Грязные ручки. Сколько сейчас сегодня? 12-10. Во сколько там? 8 там, наверное, митинг. Сегодня, что ли? Да. Я бы думал... 8. 8, а еще час разницы. У нас время. Если нам только по дороге ехать, надо запасок нет. Не, так надо. Ну, вот это, по идее, хулиганство, да? Ну, что там, боковая. Ну, что, два года? Да, я два считаю. Года, реальный срок. Я говорю, боковой порез. Причем ножом. Ножом. Охотничьим. А? Охотничьим. Да-да, там четко видно, что... Илья от трансляции с ничего. Да-да-да, аккуратно. О, японский домкрат пришел. На выручку. О, вот это. У меня есть на все уже. Что? Я не могу дать вот эту вот. Сразу. Короче, хорошо. Да, возьми, Саша. Обращаюсь к нашему вниманию на этот вопрос, потому что пусть все там непонятно. Знаете, что? Вроде бы попал. Еще что-то, да? Да,
Ужин на складе? А ты, короче, остался без колеса запасного, да, Денис? И колеса, мы сейчас купим колеса. И колеса запасные, так, видишь, это, на всякие. Это самое, ну, на нашу машину будет. Нет, я вам тогда расскажу, значит, правду быть. Моя бабушка покойная. Нет, что вы смеетесь? Решил смеяться, значит, спокойно рассказывал. Значит, есть такой московский тракт. Московский тракт, и вы, как сибиряк, должны знать. Так вот, я сейчас как бы хочу, надо посмотреть на эту историю. То ли 907 год был, не знаю какой, но моя бабушка была девчонкой. Есть село Кускун такое, и там такая гора, она и сейчас для многих, извините, особенно зимой, там бьются КамАЗы. Так вот, значит, был автопробег, я не знаю, значит, надо поднять историю, значит, американские машины Форды шли, грузовые, да? И вот мне бабушка рассказывала, что когда, значит, не знаю, в гору, грязь, это осень, наверное, была, и вот мальчишки там, девчонки бежали, ну, причем, как передача бабушки, ну, американцы, это ж надо, телега без лошади в гору едет. И бежали. Так вот, это получили. Было... Брошюру получили? 907 год. Поэтому я его как бы не застал, не видел. Значит, он сумел умереть раньше времени. Вот дедушка моей бабушки был красный партизан. Второй дедушка, еще раз подчеркиваю, был, извините, коллежским офицером, дворянином, дослужился. Поэтому я честно несу свой крест. И верю, что мои внуки, может быть, тоже будут депутатами Думы, но только извините, мне одно непонятно. Как вас занесло справедливую Россию? А других нету. А других нет, ну правильно. Вы когда, главное, будете Россию разделять по Уралу, сделайте москвичам визу и въезд, вот, чтобы они могли въезжать только по визам сюда. Москвы. Я думаю, что это только Москвы? Это только Москвы касается? А то я как бы экономическая. Нет, я... А, это всего москвичи. Еще раз говорю, я слушаю всех, но если возникнет такая экономическая необходимость, то, конечно, это сделаем. Но поскольку, значит, действительно есть вариант. Мы же вошли в ВТО. И Сибирь вошла. Посмотрим, что же мы получим-то. А? Да, если учесть, что, извините, вместе с вами 30 миллионов отбирал Дальний Восток. Сколько нужно оппозиционеру, чтобы крутить лампочку? Поэтому китайцы, если сейчас и город ставим, если город кто-нибудь сейчас. Как вам решать сейчас, а? Вечером тоже все знаю. 2 миллиона населения. Как хотел мазом. Автопробег «Белый поток» сорвался с места стремительным домкратом. Да. Ну, журналисты любят всегда. Дарю. Да, все-таки власть предусмотрительная. Недаром я говорю, что... Калина была с прицепом, там еще одна Калина шла. Год назад. Там уже не было. Ну, даже не было. Вы увидите.